Руководителем МВД Почувашской республики назначен генерал-майор полиции Сергей Неяскин. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Сергей Неяскин занимал пост заместителя начальника главного управления МВД по Саратовской области. Сергей Дмитриевич родился в 1959 году в Мордовии. Он окончил Мордовский государственный педагогический институт, а затем Нижегородскую высшую школу МВД России. Профессиональный путь начал с должности участкового инспектора. Предшественник Сергея Неяскина на посту министра внутренних дел Чувашии Сергей Семенов ушел с поста в ноябре прошлого года.